Привет, дружище! Да, ребята, у нас сегодня продолжается рубрика «Битва за контейнеры». И у нас сегодня, ребята, будет необычная битва за контейнеры. У нас сегодня, ребята, будет битва за контейнеры Бравл Старс. То есть, да, ребята, у нас сегодня в этих контах будут находиться персонажи из игры Бравл Старс. Надеюсь, вам, ребята, эта рубрика понравится, потому что в Бравл Старсе там, как бы, ребят, тоже открывают всевозможные ящики, вот эти мега-ящики, выбивают всевозможные, ребята, леги, всевозможных, ребята, персонажей или же бравлеров. Вот мы сегодня, ребята, чем-то подобным займемся, только в Брикриксе. И будем мы, ребята, использовать вот такие вот огромные контейнеры. Ну и, ребята, давайте так. Если на этой серии наберется 2000 лайков, я, ребят, увижу то, что вам эта рубрика интересна, битва за Бравл Старс контейнеры. И мы, ребята, на днях запишем еще одну новенькую серию. И также, ребят, в этой серии будут новые персонажи из игрушки Бравл Старс. Кстати, да, ребят, будут новые персонажи не обычные, а более редкие. Так что, друзья, прямо сейчас же ставьте лайки. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. И мы, ребята, начинаем. Ну и все, ребята, мы начинаем. Давайте мы, короче, ребят, будем выбирать даже не по одному персонажу, а сразу по два. То есть у нас, ребята, будет целых две битвы наших бравлеров, да? Две, ребята, битвы в Бравл Старсе, в нашем Лего Бравл Старсе. И сразу, ребята, нужно, соответственно, выбрать двух персов. Так, ну и, ребята, собственно, два контейнера. Мне, ребят, что-то нравится зеленый цвет и зеленый. Давайте, ребят, два зеленых выберем. 4 и 1. Так, давайте, ребята, следующий у нас Кайрат. Тоже зеленый, наверное, и синий возьми. Зеленый и синий, понятно, ребята. Так, давайте, ребята, следующий у нас Тейлз. Выбирай. У нас он, ребята, выбирает 3 и 6. Отлично. Следующий, давайте, ребята, будет Сосиска. Сосиска, выбирай. Сосисочка у нас, ребята, выбирает 2 и 3. Понятно. Так, следующий, давайте, ребята, Волк. Ну или не он, в принципе. Давайте, пацаны, быстрее пишите вместе. Ну и, ребята, так, Волк выбирает 3 и... и 4. А не он у нас, ребята, выбирает 2 и 5. Короче, да, ребят, давайте посмотрим, что же нам выпало. Я, ребята, выбрал, получается, 4 и 1. Так, смотрите, мы, ребят, получается, считаем с этого. То есть вот это, ребят, 1. Вот это 6. И это, друзья, получается 4. Это у нас, ребята, Рикошет. Да, ребят, кстати, Рикошет раньше был в игре. Сейчас его, ребята, вывели из игры. Точнее, переделали. И он, ребят, сейчас называется вроде Рика, да? И в скором времени у нас, ребята, и Рика тоже будет. То есть обновленный Рикошет. И другие, ребята, новые, не только персонажи из Бравл Старса. 4, ребята, мне выпадает, то есть Рикошет. И один, это у нас, ребята, Брок. И сейчас мы давайте, ребята, устроим очень-очень крутые битвы наших бравлеров. Погнали! Короче, да, друзья, мне выпал новенький персонаж, за который я еще, ребята, не играл. Это у нас Рикошет. Вы посмотрите, да, ребят, это робот такой вот, снайпер какой-то. Сейчас давайте посмотрим. Я вообще, ребята, правда, не знаю, нормальный он или нет. Ну и, ребята, чтобы победить, нужно давайте сделать целых 20 киллов на всю, как бы, команду. Надеюсь, мне, ребят, реально хороший перс выпал. Так, друзья, вон вижу, смотрите, я противника. Поехали, давай, 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 тихо, ребята, спокойненько, спокойненько. Главное, ребята, просто жить. Так, это вроде, кстати, да, друзья, противники у нас. О, давай, привет, пацан. Огонь! Серьезно, друзья, не попал. Есть, ребят, попадание прям в пушку. Но знаете, какой-то он пока что немножко, ребят, слабенький. Тихо, спокойненько, друзья. Есть попадание. Огонь. Так, ранил, ребят. Огонь! Минус, ребят, просто голова. Ну, по сути, все, уничтожен. Да, друзья, минус. О-о-о. Реально, кстати, ребята, мощный, видите, персонаж. Просто минус, отлично. Мне, кстати, пока что, ребят, даже он нравится. Правда, ребята, мне одну, видите, руку отбили. Так, ребята, справа вон противник, еще и сзади. Воу, быстрее, быстрее, давай, давай, давай. Так, ребята, огонь. Практически, кстати, я, ребят, попал. Кстати, у меня, ребят, видите, есть небольшая такая оптика. Так, огонь. Есть. Кто там идет по мою душу, в смысле? Я есть, ребята, минус 2. Кстати, знаете, персонаж довольно-таки хороший. Особенно он, ребята, очень мне нравится против более таких вот легкобронированных противников по типу Брока, Кольта, возможно. Но думаю, ребят, Була и вот такого же Рикошета вряд ли я пока что осилю. Ну, а потом, знаешь, ребят, посмотрим. У него есть кое-какой такой баф, мне нравится он. У Рикошета? Он противник... Да, он, короче, противника насквозь прошивает. А, ну да, это да, да, ребят. Особенно ультой он, получается, прошивает. Опа-на! Так, а это кто у нас такой хороший едет? Огонь! Есть, ребят, попадание. Ай. Минус голова, бро. Так, ребят, стреляем, стреляем. Огонь! Ай, попадание, серьезно! Ребята, просто минус ствол. Валим отсюда, давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Давай, 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 давай. Уйдешь. Все, ребята, валим отсюда, хилиться нужно. Смотрите, ребят, так, Рикошет у нас здесь, попадание. Что? А. Это наш или... А, это, ребят, это противник, вы понимаете? Он, ребят, своего завалил. Минус.
Вон, ребят, вижу еще одного. Так, сносим его быстренько. Огонь. Есть, ребят, попадание. Так, еще одно, друзья. Так, 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 так. О, нормально. Реально, кстати, ребят, годный перс. Так, пацаны, мы уже где-то 10 фрагов, я думаю, сделали. Еще, ребят, где-то половина приблизительно. И потом я еще поиграю за другого перса. Так, не он, давай, давай, давай. На тебя как бы все надежды. Все-таки ты танк. Танковый такой вот, ребят, персонаж, да? У нас, ребят, Бул. Так, 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 так. Во, ребятки, вижу еще противничков. Рикошета и, конечно же, Брока. Поворот, друзья, стреляем. Давайте, ребят, Брока мы убьем. Мне кажется, он намного мощнее, намного, ребят, опасней, чем рикошет. О, вы это видели? Да, друзья, просто минус. Фига себе, конечно, это, ребят, имба, капец. Так, рикошет, сейчас мы тебя тоже убьем. Давай, братан, иди сюда. Вот он, ребята. Довольно-таки, ребят, кстати, видите, сложно стрелять все-таки, да. О, попадание, друзья. Так, есть. Просто, ребята, минус, получается, персонаж внутри. Так, это, ребята, наш, это Тейлз. Мне, ребят, руку отбили, все, го, враж. Го, ребята, враж. Нужно, ребят, получается, добить противников. Давай, 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 давай. Так, вон, ребят, смотрите, еще один Брок. Видимо, только что он появился. Быстрее, пока он, ребят, не стрельнул по мне. Огонь! Да, друзья, есть попадание. Ай, по мне тоже попали. Ребят, просто минус ствол. Поехали, поехали. Давай, 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 давай. Там, ребят, смотрите, еще и кольт. Ладно, я, ребят, короче, давайте лечусь. Прикройте меня, пацаны. Ай, ребят, сразу по пушке попали. Капец, мощно, ребята, реально прям мощно. Так, поворотик, ребята. Поворотик, разворотик. Живем, живем, ребят. Назад, назад, назад. Тут, ребят, смотрите, еще и кольт просто куда-то улетел. Спокойно, друзья. Так, Брок, сейчас мы тебя, конечно же, накажем. Есть, ребят, просто минус пушка. Быстрее, ребята, еще попадание. И... на, уничтожен, да. Огонь, ребят, еще просто минус голова. И, в принципе, да, ребят, получается, мы, видите, его разнесли. Это было довольно-таки сложно. Но мы это сделали. Так, ребят, буквально остается одного убить. И мы, друзья, победили. Что произошло? Меня, ребят, получается, сам в самом конце убили. Окей, ребят, короче, я появился. Вон, ребят, смотрите, самый-самый последний. 3, 2, 1. Есть, ребята, просто минус рука с пистолетом. Минус, ребят, вторая рука с пистолетом. И все. Да, друзья, получается, короче, это был самый-самый последний. Мы его, ребят, убили. Так, ребят, короче, у противников самая-самая последняя жизнь. У всех, как бы. Сейчас, ребят, нужно их добить. И мы таким образом победим. Есть, ребята, просто минус гранатомет. Так, сейчас, ребят, целимся. Кстати, рикошета уже, друзья, убили. Вижу, ребят, кольта. Попадание ему, ребят, в руку. Отлично. Так, вот, ребят, кстати, Брок наш. А, он, смотрите, даже, ребят, без базуки на меня идет. Уничтожен. Просто, ребята, разорвали. Я так понимаю, ребят, кольта там тоже убили. Да, друзья, смотрите, его просто-напросто Бул разорвал. Получается, да, ребят, в этом бою мы победили. Сейчас мы, ребят, возьмем других персонажей и устроим еще один бой. Так, ребята, мы начинаем. Теперь я сейчас, ребята, буду играть за Брока. Посмотрите, ребят, на его ракетницу супер-пупер мощную. И, ребята, что это получается? Получается, я, ребят, уже за всех играл персонажей из Бравл Старса. Кроме, ребята, кольта. Думаю, друзья, за кольта мы поиграем за... Думаю, мы, ребят, за кольта поиграем в следующей серии. Так, огонь! О-хо-хо-хо-хо! Просто, друзья, ваншот. Ай, больно! Кто там такой, ребят, стреляет? О, ребят, смотрите, кольт. Так, дядя, получай! О, немножко, ребят, не туда попал! Тихо-тихо! Не! Вы это видели? Меня, ребят, просто-напросто небоскребом придавило. Так, ребята, продолжаем. Я только что, получается, возродился. Да, ребят, короче, видели, меня просто-напросто небоскребом придавило. Так, ну, кстати, знаете, как-то крайне странно наш, ребята... О, попадание, серьезно, да! Как-то, ребят, крайне странно наш Брок стреляет. Так, а это кто это, ребят, противник? Практически, ребят. Стреляем, стреляем, стреляем. Так, 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 друзья. Ай, по пушке, ребят, попали. Назад, назад, назад. У меня теперь, смотрите, одноглазый просто Джо какой-то, смотрите. Ему, ребят, глаз застрелили. Ладно. Ай, больно! Тихо, тихо, ребят, назад, назад, назад. Быстрее, 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 быстрее. Вот, все, отлично. Нормальненько. Лечимся давайте, потому что, в принципе, повреждения хоть и серьезные, но, ребят, лечиться как бы не запрещено. В Бравл Старсе тоже, ребят, все постоянно лечатся. Ребят, смотрите, там кольт у нас стоит, давайте мы его завалим. А, давай, 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 вперед, вперед. Сейчас, ребятки, давайте мы его, конечно же, завалим. Практически. Тихо, ребят, еще один, смотрите, дом падает. Так, ребята, сейчас давайте мы кольта завалим.
Огонь! Да серьезно, не попал. Или все-таки я, ребят, попал по нему? Так, вот, еще один, друзья, просто минус. Там, ребят, еще, смотрите, сзади снайпер у нас. Это противник? Да, друзья, это противник. Так, ай, по голове, ребят, попали. Блин, ну, в принципе, мне, ребят, голова особо не нужна. Правда, теперь, ребят, мне ракетницу отбили. Просто валим отсюда, валим, ребятки. Так, мне, ребят, видите, еще и ракетницу отбили. Просто жесть какая-то. Короче, все, ребят, используем ульту. Кольт у нас, ребята, умеет лечиться очень-очень быстро. И идем, ребята, просто в бой. Просто, друзья, идем в атаку. Так, наводимся. 3, 2, 1. Да, почти, ребята, есть попадание, просто уничтожен. Снайпера, получается, ребята, тоже убили. Ну и что это у нас, ребят, в целом получается? Получается, мы, ребят, в этой серии сегодня выиграли. Короче, да, друзья, вот такая сегодня у нас супер эпическая серия получилась по LEGO Brawl Stars. Да, друзья, мы сегодня, получается, в этой серии выбирали в контейнерах, ребята, наших бравлеров. То есть, да, ребят, у нас сегодня, получается, была битва за контейнеры Brawl Stars. Конечно же, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите, друзья, на колокольчик. Встретимся с вами в новых сериях. Всем, ребята, пока-пока-пока!